Проект по благоустройству Десногорска «Любимый город» продолжает работу. После подъезда жилых домов 1, 2, 3, 12 установлены лавочки. После ремонта дворового проезда за первым и вторым домом силами Смоленского сервиса был восстановлен газон, это между дорогой и пешеходной дорожкой. То есть убран дерн, засыпан землей. По отоплению системы теплоснабжения, теплопотребления работают устойчиво, жалоб населения нет. О мероприятиях, которые пройдут в ближайшие дни, рассказала председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева. 2 ноября в городском центре досуга 18:30 состоится юбилейный концерт Галины Риневой. Музыка друзьям. Приглашаются все желающие. Вход свободный. 4 ноября в 16:00 в городском центре досуга состоится концерт, посвященный Дню народного единства. Мы вместе, мы едины. Вход свободный. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева призвала родителей учеников 9 классов обратить внимание на изменения в итоговой государственной аттестации. Хотелось бы обратить внимание родителей и выпускников, что на сайте комитета по образованию и на сайтах образовательных организаций размещены ответы руководителя Рособорнадзора Сергея Сергеевича Кравцова на вопросы по проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. Глава города Андрей Шубин отметил, что участились случаи несанкционированных свалок внутри городской черты и предложил решить эту проблему как можно быстрее до наступления зимы. Кто благонасно везет? У тех, кого нет договоров на вывоз, утилизацию. Я понятно, что не собираюсь там ходить с бреднем по подвалам, по магазинам, вылавливать. Но хочу сказать сразу, в любом случае, если мы выявим этих граждан, то они понесут самое суровое наказание в плане административного. Штрафы там будут максимальные. Инфекционные заболевания в Десногорске регистрировались в обычном режиме. Следующее совещание состоится 8 ноября.